Были только что в какой-то старой очень пекарне. Очень вкусные были штрудели. Потом туда пришли с экскурсии. 50 штруделей, 36 штруделей. Там не успевали их заворачивать. Карина, как тебе штрудели? Офигенные штрудели. Такие, честно говоря, у нас вообще такие не ела. Я сама когда готовила, у меня бы так никогда не получилось, наверное. Она прям... Я взяла с яблоком. Оно там с пряностями какими-то было. У Игоря было с творогом и сыром. Тоже очень вкусно. А у Каролины с маком и с вишенкой, да? Там еще что-то было очень классное. Так. Какая красота. Тут на каждом шагу, куда ты ни пойди, куда ни поверни, везде красивые дома. Вон, пожалуйста, вышли, уже такой красивый домик. Вот повернула сюда камеру, тут уже красивый дом. Смотрите, у них вся крыша в мозаике. Везде мозаика. Замки. Мама, жалко, ты не купишь красный перец. Да, Каролин, ты настоящий перец. Он сушеный. Идем. Так, мы сейчас будем заходить в церковь Святого Матиаша. О, ух ты. Так, сказали, что он закрыт временно на ремонт. Хотя вроде я видела, что люди заходили. Попытаемся зайти в рыбацкий бастион. В бастион. Блогерша. Людей, конечно, немерено. Вот, фишерман бастион. Чтобы зайти в церковь, нужно купить билетики. Что это за карточка? 190 гривен билеты. За троих. Бастион. Красота. Эти зашли, ничего не посмотрели. Вау. Вау. У них свечки, они такие, как у нас. У них маленькие эти кабельные. Можно сесть помолиться, наверное. Ну что, понятно. Обалдеть, вот это масштабы. Мне эти скамейки напоминают, как в американских фильмах. Ой, там что? Шторка. Не знаю. Смотрите, какая лестница навороченная. Очень классно. Вау. Посмотрите на эту красоту. Там колонны.
Короче, куда ни глянь. А тут, наверное, батюшка что-то рассказывает. Молитвы читает, проповеди. А ты нам расскажешь ближе? За отдельную плату? Вот ты какой. Давай я тоже послушаю. Здесь какие-то высокие чины, ты понимаешь, сидели. Ну, рассказывай. Это уже есть комната. Это... Папа, смотри. Это органный инструмент. Вот здесь играю, а вот звук аж выходил с самого верха. Тут раздевалка. Да, это музей. Галерея, можно наверх подняться. Угу, давай. Так, тут еще одна комната. Настолько красивые стекла. Двести пятьдесят. А другому куку идем церковь. Там что вложили? Вот этого набора 250 лет королевы. Мне вот интересно, сколько эти прям лет. Не очень тяжелая. 4. Идем наверх поднимемся, посмотрим. Нас же не выгонят, вроде сюда нельзя. А сюда, наверное, можно. Так, на самый верх нельзя. Так, папа, рассказывай. Это суверенный военный орден Мальты. Что, оно все такое толстое? Да ты, я понимаю, раньше строили, да? Это историческое, если за записи видеть. Здесь записи, Калина, за 58 лет в этой книжке. Представляешь? Что-что? В этой книжке записи за 58 лет. Это исторический. Исторический дом у нас какой-то. 1875-го? С 40-го по 98-й. Это реплика. Не настоящая. Так всегда. Ух ты! Каролина, расскажи свои впечатления. Как тебе эта церковь? Неплохо. Красивая. Очень красивая? Да. Ты какие тут красивые иконы. Посмотри, тут все стены вручную исписаны. Смотри, там раньше сидели, наверное, батюшки. Посмотри, какая там красота. Очень долго делали. Очень долго, я думаю. Тут все, куда ни глянь, везде произведение искусства. Мне очень нравится. Тут еще окна вверху. Да, тут везде разные рисунки. И вот здесь тоже играли духовой орган. Он даже настоящий. Даже звука сверху туда выходил. Класс. Это королева Венгрии. Елизавета. Ты комментируешь. Давай, комментируй. Вот эта картина 1769 года. Да, правильно. Картина... И вот такая бутылочка. Да, в бутылочке там много всего. Она бутылка какого года? 1769. Мы зашли под ее сувениры и увидели такие мини-блокнотики. Что там вообще напишешь? Не знаю, что там можно написать. Тут тоже есть.
Да? Только чуть-чуть можешь записать. Кстати, что по ценам? Я так поняла, что нужно 10 делить и будет сам. То есть если 4100, то 410 гривен. Это в гривне. Тут еще есть другой вход. Вот такая вот комнатка. Смотрите, как все расписано. Как красиво. Понятно, что сейчас тоже там дорисовывали, но оно же тоже по старым краскам рисовали. Тоже так красиво было. Посмотрите на толщину стен. Обалдеть. Мои все ушли, а я хочу присесть. Хочу посидеть здесь. Ой. Как раньше вот так вот сидели, молились, слушали проповеди. Знаете, удобно, тут даже под ноги есть место. Тут напротив церкви есть беседка, мужчины играют, можно ему монетки дать, либо просто посидеть, подслушать. Эти скамеечки прикольные. По одному человеку. Не, но мы с ребенком вдвоем поместимся здесь. Вот еще такие крепости. Красота. Уже там можно ходить просто. Знаете, какие красивые фотографии свадебные здесь могут быть. И там играют на скрипке. Вот это красота. А какой вид? Обратите внимание, какие здесь... С надписями. Серьезно. Так, здесь находится оперный театр. Надо будет попытаться туда зайти. Есть ли там экскурсии? Машинка розовая. Боже мой. Что происходит?